привет! Вы смотрите Черное море каждый день. И это канал о погоде в Сочи. Каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме, ссылочки в описании. Сегодня 22 мая. Очень странная погода была сегодня. Как будто облако нависло над городом, и мы были очень мелкодисперсным в таком дожде. Море волнуется, вся непогода ушла дальше по побережью. Температура воздуха 17 градусов. Дует легкий ветерок. Люди гуляют, выходит солнышко постепенно. Такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Смотрите Черное море каждый день. Всем пока!